Итак, привет, друзья! Сегодня у нас с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сейчас бы я хотел поговорить более подробно о курсе «Городская собака». Ну, многие мне сейчас пишут вот в крайних роликах, да, ты вроде как снимаешь коня, ролики у тебя называются «Команда дай лапу» и курс «Городская собака». То есть, при чем здесь конь, там собака, там и так далее. Давайте с самого начала начнем. Для того, чтобы вы понимали, как работать с собаками, да, с любыми животными, неважно, это кони, собаки, курицы или кто-то еще, кошки даже те же самые, вы должны уяснить, что это не человек, и общение здесь происходит немножко по другим принципам. Так вот, какие эти принципы, очень четко, ясно я излагаю в курсе «Городская собака». Что он из себя представляет? Это хочу вас научить просто... Смотрите, работа с животным, то есть дрессировка, мы вырабатываем с вами условный рефлекс. Ну, на какие-то... Что такое условный рефлекс? Условный рефлекс – это ответная реакция организма на какие-то ваши раздражители. Да, это может быть голосовая команда, это может быть жестикуляция, такая, неважно какая. И вот ответ на эту реакцию именно должен и называется условный рефлекс. То есть ответ на раздражители. Как вырабатывается условный рефлекс в работе с животными, с любыми, подчеркну, животными, вы должны знать. Вы должны знать, почему собака начинает выполнять именно то действие, которое вы от него просите. Именно этому я и учу. То есть... Без терминологии здесь не обойтись. Если вы хотите вникнуть в суть дрессировки и именно научить животному не просто там какой-то команде сидеть, лежать, стоять, это достаточно просто, но и закрепить это поведение и выработать абсолютно какую-то любую другую линию поведения, чтобы собака там тапочки вам приносила, там, чтобы она у вас открывала дверь, чтобы не лаяла она у вас, чтобы выполняла команды беспрекословно. То есть вы должны понимать, как работать с животным, какое количество подкрепления, то есть корма давать собаке, какие правильные игрушки должны быть, какого размера эти кусочки, как начинает дрессировать собаку, как заканчивает дрессировать собаку. Еще раз повторю, что собака — это так, чисто условно, это можно работать с любым абсолютно животным. Вот это все я рассказываю в курсе «Городская собака». Теперь как выглядит сам курс. То есть несколько лет назад это были прямые вебинары, где мы собирались с людьми, да, я начитывал эту теорию, показывал на практике, прям шел видеосюжет, как я работаю с животным и учу его чему-то. И люди смотрели, потом делали домашнее задание, которое я им говорил, и присылали это домашнее задание. И на следующем вебинаре я делал разбор ошибок. То есть шел ролик людей, которые живые люди, со своими собаками, да, и допускают какие-то типичные ошибки. Без этого никуда не обойдешься. И прямо в этом ролике я показываю, говорю, здесь ты вот не вовремя подкормку дал, здесь ты неправильно сработал дрессировочной амуницией, там, поводком, там, ошейником и так далее. Вот это все было в курсе вебинара. Этот вебинар идет в записи. То есть в курсе «Городская собака» я отдаю его людям, да, вы смотрите теоретическую часть, практическую часть, ошибки, которые допускали люди, но помимо всего прочего, я еще работаю с вами лично, индивидуально, посредством мессенджера WhatsApp. Ну, мне более удобно WhatsApp, хотя, в принципе, это не важно, не имеет значения, можно и по Viber там работать, можно по какому-то другому мессенджеру работать, это не столь важно. Вот, и вы уже мне лично присылаете домашнее задание, да, и я уже говорю вам, на что обратить внимание, какие сделать исправления, да, и что дополнительно внести. Плюс подсказываю там по жизнедеятельности собаки, отвечая на дополнительные какие-то вопросы. То есть это консультация в течение 7 недель, то есть тем более сейчас с вот этим вот коронавирусом, да, это наиболее актуально, чтобы прямых контактов между людьми не было, поэтому очень стал пользоваться спросом, и поэтому я, в принципе, продаю его не так дорого, то есть сейчас курс стоит 2900 рублей, и мы с вами работаем. То есть вы делаете взнос на развитие канала, присылаете мне скрин платежа, да, я высылаю вам ссылку на облако, в котором хранится этот курс вебинара в записи, и мы через мессенджер WhatsApp начинаем с вами работать именно индивидуально. Вот так выглядит курс «Городская собака». Когда вы поймете, как правильно работать с животным, да, то вы поймете одно, что научиться по роликам в YouTube возможно. Но короткий ролик, который идет там 3-5 минут, ну что там можно? Можно увидеть технику, допустим, как работать, научить собаку команде какой-то определенной. Но опять же, вы не увидите, что там при команде лежать нужно подворачивать руку, допустим, да, вниз. Вы увидите это, но не обратите на это внимание, потому что за 5 минут невозможно полностью технологию рассказать. Плюс хочу сказать же, что на курсе «Городская собака» я не стремлюсь вас научить командами, хотя командам каким-то, хотя все рабочие методики рабочих команд, они присутствуют там, да, и вот на основе этих рабочих методик, кстати, вы их не увидите нигде, собственно говоря, в интернете.
мы с вами будем изучать правильную технику работы с собакой, то есть на основе методик, рабочих методик. Да? Но вы поймете, когда работать с животным. Вы сможете работать с абсолютно любым животным. Я поэтому сейчас вам демонстрирую. И на лошадях, да, в принципе, можно и курицу, там, допустим, на условный рефлекс выработать, когда вы приходите, допустим, да, сыпите зернышко, говорите определенные слова, типа, и курица вам выходит навстречу. Что это такое? Это и есть условный рефлекс. Девочки мои курочки, типа. Девочки мои курочки, типа. Девочки мои курочки, типа. Девочки, говоря. Поэтому, когда вы поймете технику работы, вы можете работать и научить свою собаку абсолютно любым командам, да, то есть взаимодействию. И уже когда у вас сработается именно ваш тандем, да, ваша рабочая группа, человек, собака, то животное будет вас уже понимать с полуслова, с полузгляда, как, собственно говоря, у меня делают мои собаки, да, ну и, собственно говоря, лошади, и даже, вот думаю, недельки через две будут и куры меня точно так же принимать. Поэтому заслужите доверие и уважение. У кого появился интерес, можете связаться со мной по WhatsApp, он есть в открытом доступе, везде можно найти, на сайте яимойхвост.рф мои контакты. Я более подробно вам объясню, что из себя представляет курс «Городская собака». Это техника работы и взаимопонимания с животными, основанная на именно научных данных, понимаете? Здесь нет у меня такого, вот, что я догадался, да, там пришел к этому, а именно это наука, это биология. Плюс к тому же ко всему, вы все знаете о том, что я работал в Российской государственной цирковой системе, работал я с очень именитыми дрессировщиками. Ну, я просто вам скажу, что я работал ассистентом дрессировщика в номере у Ирины Запашной, да, Мстислава Запашного, Эдгарда, Аскольда Запашных вы хорошо знаете. Ну, работал также с медведями, вот, поэтому техника работы с медведями была перенесена, и морскими львами, была перенесена именно на работу с собаками, и она себя хорошо зарекомендовала. Это бесконфликтная дрессировка, основанная на формировании поведения. Поэтому пишите, все объясню. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие и уважение, и у вас все получится. Спасибо.